Не требуется онлайн-кассы и полагается налоговый вычет. О плюсах регистрации самозанятых говорят на семинаре в Самарском бизнес-инкубаторе. Эксперты рассказывают участникам встречи, почему важно выходить из тени и платить налоги. Законы меняются, законы сейчас очень строгие, и из-за того, что контролирующие органы не стоят на месте, у них очень прогрессивные программные обеспечения, они уже умеют находить все там теневые моменты. Выходить из тени нужно. Во-первых, выходя из тени, мы можем о себе заявить. Мы можем рекламироваться в соцсетях и так далее. Тематические семинары для желающих открыть свое дело проходят в бизнес-инкубаторе регулярно. Здесь могут подсказать, как определить свою нишу на рынке, с чего начать оформление, какую систему налогообложения выбрать. Мы в рамках своей деятельности оказываем поддержку малым и средним предпринимателям, либо человек, который еще не определился, он хочет чем-то заниматься, но пока еще не решил. То есть для таких людей у нас тоже существует поддержка. Мы помогаем выбрать, возможно, какое-то направление, подсказать, помогаем оформить документы и старт дать, даже помощь оказываем в написании бизнес-планов. Семинары в бизнес-инкубаторе продолжатся и в марте. Подробную информацию о времени и тематике можно узнать на сайте учреждения. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События.